Что же делает нас счастливыми? Хобби делает нашу жизнь гармоничной, и мы испытываем счастье от того, что мы сделали. Счастлив тот, у которого есть не менее 5 хобби. Проанализировав свою жизнь, я хотела убедиться, что у меня у самой существуют эти 5 хобби, которые делают меня счастливой. Всем привет, дорогие друзья, и сегодня я хочу с вами поговорить про хобби. Есть такая психологическая теория, которая утверждает, что счастлив тот, у которого есть не менее 5 хобби. В перерывах между консультированием, различным обучением, проведением тренингов и семинаров я с удовольствием нахожу время для того, чтобы порадовать себя, переключиться, сделать так называемую смену деятельности. И в этом мне помогают, конечно же, мои все 5 хобби. Что же делает нас счастливыми? Счастливыми нас делает то ощущение счастья, когда вы приходите с работы домой, и вам есть чем заняться, чем-то интересным, чем-то увлекательным и тем, что вас вдохновляет на дальнейшую деятельность. Первое хобби, о котором я хочу рассказать, это посткроссинг. Существует 2 сайта, postcrossing.ru и postcrossing.com, где вы можете обменяться как с россиянами, так и с зарубежными друзьями, незнакомыми людьми и обменяться открытками, получить впечатление, подписать открытку, нарисовать какую-то картинку. В общем, получить те эмоции издалека, которые будут какое-то время вас радовать. Также вас будет радовать и коллекция открыток, которыми вы можете меняться или просто просматривать на досуге. Второе мое хобби – это, конечно же, фотография. Как я, наверное, рассказывала в предыдущих видео, я фотограф, фудстилист, фотограф глянцевых изданий, фотограф, который занимал призовые места в краевых выставках. В общем, фотография в моей жизни тоже с детства, тоже со школы. И я очень благодарна своему отцу за то, что он привил любовь к фотографии. Ведь фотография – это целый мир. Я делюсь этим с вами, и мое хорошее настроение передается через фотографии. Многие люди благодаря моим фото познакомились, вышли замуж. А также я могу сказать, что мои фотографии украшают частные коллекции, и это очень ценно для меня. Итак, третье мое хобби – это, конечно же, путешествия. Это то, без чего я жить не могу. Путешествия радуют меня, наполняют мою душу. Я с вами делюсь видео путешествий на своем канале на YouTube, который называется «Еда и путешествия». Снимаю я постоянно, выкладываю какие-то видео, впечатляюсь. Могу сказать, что у меня очень много друзей живет за границей, я постоянно поддерживаю с ними связь. Путешествиями тоже можно назвать те путешествия, где вы перемещаетесь по России, по своему родному краю, ведь наш край, Краснодарский край, он богат на очень красивые природные места, где просто очень приятно отдыхать и наслаждаться своим новым состоянием, которое вы приобретаете благодаря отдыху, общению с друзьями, родными и близкими. И, конечно же, я рассказывала вам о своем 4-м хобби – это рисование. Я обожаю рисовать карандашом, красками, гуашью, фломастерами. И, конечно же, я люблю впечатляться картинами известных художников, классикой. Я обожаю рисовать, и иногда в свободное время я рисую. Вот на стене вы видите мою работу. Она мне так понравилась, что я даже и украсила свою квартиру. Итак, я перехожу к своему 5-му хобби, и это кулинария. Да, я обожаю готовить с детства, за что я безмерно благодарна моей мамочке, которая приучила меня готовить, научила меня, рассказывала самые интересные рецепты. Я всегда готовила с удовольствием для своей семьи, для своих друзей, знакомых. Я обожаю готовить, и в этот момент я отдыхаю. Сейчас принято готовить полезные продукты. А так как я обожаю печь, я стала тоже выпекать продукты, так называемые ПП. Вот смотрите, вот эти булочки, они совершенно без сахара. Я могу рассказать этот простой рецепт. Они подходят даже тем, кому просто исключительно нельзя употреблять сахар, для диабетиков, для тех, кто хочет снизить вес. Это очень простые такие утренние наши капкейки, которые я готовлю с удовольствием. Я всегда использую продукты, которые, допустим, выросли в нашем саду. Вот в этих капкейках, сейчас я покажу вам, здесь есть наши местные яблочки.
есть местные орешки. Вот так это выглядит удивительным образом. Это все очень вкусно, и это, конечно же, очень полезно. Рекомендую вам попробовать. Ну и, конечно же, если, например, вы бухгалтер, да-да, если именно вы бухгалтер, и вы всю жизнь мечтали шить, и, наконец-таки, позволили себе, пройдя курс психотерапии, вы, наконец-таки, решились, записались на курсы кройки и шитья, купили себе машинку, оверлок, и теперь вы шьете. И не важно, что пока вы шьете только для себя, возможно, ваше хобби когда-то принесет вам деньги. И не важно, что пока сейчас ваше изделие не столь идеальное, как хотелось бы, но вы счастливы от того, что вы делаете это. От того, что приходя с работы, у вас есть отдушина, и именно там вы набираете сил, там вы чувствуете удовольствие. Я рада за вас, потому что хобби приносит нам колоссальную энергию. Это тот момент, где мы наполняемся, откуда мы черпаем силы для того, чтобы развиваться и идти дальше. Смотрите, как выглядит мое самое вкусное хобби. Вот так. Обожаю печь, особенно из тех продуктов, которые мы вырастили сами. Вот, например, в этих капкейках наши яблоки и наши орехи. Все это мы выращиваем на даче.